достаточно скоро после нарушения правил. Кажется, это перепонс был. Лагвардия не будет мяч разыгрывать на коротке. Будет посылать его туда, поближе к чужой штрафной площади. Хасело. Хасело протыкает, и мяч в воротах. 0-1. Ловец выходит вперед. И это то, чего команда ждала и хотела добиться сразу после паузы на водопой. 14-й гол Хасело. Лагвардия. Никакого офсайда нет. Ну кто же это так не рассчитал? Это Рубен Везу. Главой. Хосе Луис Моралес. Подача в центр. И есть удар, и есть гол. 1-1. Это Оскар Дуарте. Как же ему дали пробить? Выпрыгнул он блестяще и очень высоко. А пока давайте смотреть и разбираться, как его здесь оставили. Лежен потерялся. А удар-то очень красивый получился. И выпрыгнул, и кивнул. И мяч перекладину лизнул, как мороженое. А потом и опустился. У Леванта почему бы и не попробовать пробить. Итак, Лежен. Пробил-то как! Ух ты! Вот это да! Как же мяч так вильнул? И это крестовина. Хороший заброс на Марти. И теперь на Моралеса. Дальше передача. Моралес. Против Лагвардии. И 4 футболиста Леванта в этой атаке. Рикошет. Ногами играет голкипер. И добивание. И гол. Гол, гол, гол забивает Марти. А не Моралес ли вернул Марти? Ну-ка. А, нет. Это голкипер ногами сыграл. Кстати, тоже вопрос. Зачем Пачеко здесь ногами играл? Да, от своего. Но ведь это отскок. Прямо по центральной оси мяч отлетел на набегающего Рохера Марти, и тот в дальний угол. Леванте претендовал на зону Еврокубков, а сейчас на третий гол претендует. Передача, нет удара, а вот сейчас Моралес, эль команданте. Может быть, даже символично, что в последнем домашнем матче своей команды в этом сезоне в Ла Лиге забивает именно он. Ну а Алавес вылетает. Вылетает, и мы говорим до свидания баскской команде уже второй сезон подряд.